Всем здравствуйте, у нас утро, доброе. Куда Ева пошла? Идем нормально. А к группе подходим, она вроде ничего заходит, но хнычет. Вчера все собрали здесь, все несем. Погода у нас холодная, я бы даже сказала, холодно. Уже даже перчатки думала. То ли брать, то ли нет. Руки, говорю, замерзнут. Не замерзли ручки? А ну слушай, холодные пальчики. Не сильно, но я думаю, что скоро надо будет уже и перчатки одевать. Все. Ну сегодня с радостью Матвей бежит в садик. Ну ладно тогда, что? Я отведу их туда, пойду. Маша, пока. Пока, Мария, да? Пока, пока. Матвей, стой! Да. 4 сентября. Каша молочная дружба. Бутерброд с повидлом. Чай. Пойдем. Пойдем скорее посмотрим, что там, брат. Все, раздевайся давай, ладно? Давай раздевайся, я пойду Еву раздену. Пойдем, Евочка, тоже раздевайся. Давай, свешивай штанишки. Отправила ребятишек в садик. Сестра немножко туда подальше ходит, в другой сад. Я ее встречать хожу обычно. Так у нас утро начинается. Потом мы идем домой. Уже там завтракаем и делаем какие-то дела домашние. Какая клумбочка. Посадили цветочки здесь. Саша с утра уехал. Сегодня очень рано. Заедет к парням. Пораньше. В начале 6-го поехал уже. Я его проводила. Все собрала, в общем. Блины вчера фаршированные делала. Плов приготовила. Ну, вот, все передаст, потому что они тоже учатся по-разному. У нас Даня на первом курсе, он учится с первой смены, ну, с утра. В общем, а Виталя вчера у него было до 7 вечера с обеда, с 12 до 7. А сегодня у него в 9:50 он уже уйдет. Вот папа пораньше поехал, чтобы успеть завести все, что нужно, передать. Ну, вещи там, в общем, продукты. И потом уже поедет проходить комиссию. Тоже с утра все делается. Вот, так что как-то так. Погода у нас, ну, не дождливая, но хмурое небо такое. Затянута. Сестра долгонько что-то. Я уже отвела. А она еще даже и не вышла. Ну, тоже бывает. Маша вроде большенькая, переживает, потому что Ваня пошел в первый класс, а ей тоже хочется в школу. И она плачет по этому поводу. Почему я должна ходить в садик вроде бы, а Ваня в первый класс пошел. Вот, так что сейчас подожду ее и пойдем дальше. Это ты сейчас забрала, что ли? Ну, мы вчера его принесли в садик. Да. Анна Викторовна переложила туда карандаши из пластикового пенала. Да, сегодня забыла. Куда пойдем? Куда пойдем? Та заныла. Надо новый пенал домой забрать, а в старом карандаши пусть хранят. А, этот дома будет? Да. Все. До школы это. Плачет Маша. Школу хочет. Ревет. А что, она сколько так реветь будет? Сколько ревет? Неделю ревет? Мы все лето ревем. Все лето? Она не хочет. Она сейчас сказала, я хочу дома сидеть. А, ну вот это. Так что адаптация как-то по-разному, видать. Так нечестно, говорит, Ваня, в школу ушел, а я все еще в садик. Да, нечестно. Интересно, что это за цветы? Такие прям красивенькие. Но они разные ведь бывают. Да, желтые. Желтые, да. Прям хорошенькие. Так что вот так. Кто-то хочет в садик ходить и не плачет. Мы тоже сегодня вот пришли, зашли в группу, занесли все. Я говорю, давай вот все в канцелярию будем отдавать. Все, все равно маленько всплакнула. Кто-то на взрыв ревет. Вот, все дети разные. И так смотришь, их жалко так. Бедные дети. Тут мама тоже, мальчика поменьше, он такой маленький, как будто уговаривает, плачет тоже. Да в основном все плачут. Вот, так что, когда мы привыкли. Матвейка у нас уже не плачет и бежит с радостью. Вот как-то, слава богу. Но бывает. А нас вчера, кстати, вечером мы ложились спать. Я там хожу, дела что-то делаю, стирку развешивать пошла.
Она кричит: ура, завтра с мамочкой пойдем в садик, будем воздухом дышать и с Ольгой Михайловной гулять. А я слушаю так все издалека, рёт какая, а утром никак ни в какую мы не хотим. Все, утро, уже все меняется. Но она проснулась сегодня, она не хотела, потом вроде ничего, резиночки ваши сделали хвостики, как надо. Все, и пошли. Там тоже немножко уже что-то продают. Домой пойдем сейчас. Домой пришла. Решила пожарить кабачки. Давно я кабачки такие не делала. В муке на сковородочке с чесноком. Потом добавлю немножко соуса. И будут у меня на завтрак вкусные кабачочки. Попью кофеек. А потом мне надо банки спустить. У меня здесь баночки. Погреб надо убирать, в общем. Вот такие у меня румяные кабачки. Я сюда добавлю соус, который показала. Налью немножко водички. И у меня будут вкусные кабачочки. Добавила соус. Посыпала зеленью немножко. Сейчас чуть-чуть подтушится, и будет очень даже вкусно. Баночки в погребок спустила. Составляю тут вот все баночки, чтобы они у нас стояли как надо. Вот и маленькие, и большие. Все. Но все равно, конечно, крышки тоже пылятся. Потом достаем, домоем. Вот. Саша домой приехал, мы уже съездили, купили такую вот рамочку с медом. Чай собираемся попить. Детям соку взяла. А сыру так вот. Вкусно пахнет. А пачка-то свежая была, никто не открывал. Никто не ест, потому что я такое не ем. Ни печеньки, ничего. Я хочу вам сыр с медом попробовать. Сейчас чай поставим будем. Чаевничать. Вкусно. Кто вас угостил? Ага, заварник надо убрать, да? Заварить. Нет, там смотри, заварка-то. Мама! А я думала, пчелки. Пчелки вам принесли. Вкусно? Вкуснятина, да? Все, папа за ребятишками съездил. Это мед в сотах. Сладенький, вкусненький и полезный. Выжевываете, там у вас будет как жвачка, потом ее уберете. Угу. Все. Ребятишек забрал, Марину привез. Марина сегодня кабачки у меня увидела, да? Ты увидела, тебе аппетитно было? Да. Сейчас натушим еще. Последние 3 штучки осталось. Нарезать давай тут. Колбаски. Все. Вкусно. Как у вас день-то в садике прошел? Чем ты занималась, расскажи. Игрушками. Игрушками занималась? Матвейки сказали, лопаточку и ведерко. Лопату и ведерко тебе надо принести? Да. А что молчишь? Рассказывай, да, как у тебя день прошел. Нормально, у Матвея. У Матвея тоже все нормально. Uh-huh. Ты за него решила. Да? Ну-ка, держи вот так вот, а то она капать будет. Там, смотри, вон все стекло и мед вкусный. Будем в чай добавлять. Uh-huh. Будем чай с медом пить. Давай. Uh-huh. Высасывай сок. У тебя там жвачечка остается, ты мне ее отдаешь. Все, давай. Погулять вышли? Погулять? Куда хотела? Давай, едь. Вышли воздухом подышать, да? Ну, холодно. У нас холодно, я без шапки. Вот хочется шапку одеть, что-то вышло как-то. В теплом халате выхожу.
можно сказать, в шубе, да? А тебе тепло? Ева? Ева? Где киски? Ой, они тут прибежали, сразу прибегают все к нам. Да? Попрыгушка. Вот так вот. Погуляем немножко. Ага. Рыбак. Там лягушки жили, да? Жили лягушки. Там лягушки жили. Давайте набегивайтесь, потом купаться и отдыхать. Да? Нет, пока время мало, еще можно погулять. Шапку-то поправь, иди, мама поправит тебе. Ну, да, молодец. Давай, кулюк-то. Только красные. Марине помидорки соберем. Давай в кулечек. Давай я тебе ящичек дам. Подожди, мы уже тут начали. Начали, начало у нас такое. Давай. Не надо бросать, нужно аккуратно собирать. Пойдем туда дальше, проходи, у нас еще помидоры имеются, вот зеленые. Марина, давай собирай сама помидоры. Не хочет Марина помидоры наши собирать. Помидор хочет, а собирать никак не хочет. Да, что мы тебе зеленых-то нарвем? А что, только красные надо? А здесь красных-то не видать? Смотри давай здесь. Ева, посмотри вон там, смотри, помидорки. У-у-у, зелененькие. Красную нашла, что ли? Да. Ну все. Давай клади в ящик. В ящик. В ящик клади, да. Не бросай только. Да, да, да. Вот, Марине, соберем маленько помидорок. Давай. Помощница-то какая ты у меня. Давай я помогу тебе. Помидоры-то вон что. Ух, как разрастаются. Зелененькие. Мама, как пройти? Да никак не проходи. Подожди здесь. Мама сейчас посмотрит здесь. Мама, ну куда ты, куда ты? Господи. Держу, держу. Ты что это мне дала? Мне это не надо. На. Не надо мне. Немножко тут вообще из своего огорода. Ты сказала помидоры. Помидоры дома выбирай. Тут три огурчика, два... Три огурчика, три перчика, немножко помидор. Там дома еще выберешь. Вот. Не хочешь сама рвать? Вот так, что не выпендривайся. Это мне не надо, это я не ем. Почему? Я не козел. Сделаешь помидоры, огурцы, а перец...